Ну что это? Кефир. Кефир, он вообще больше всех страдает из-за ремонта. Он вообще первое время не заходил сюда, потому что тут лампу вот у нас повесили очень яркую, такую строительную. Вот, а он, видимо, боится такого света. У нас тут более такой глухой свет был. Вообще, я, если честно, еще даже не готова что-то говорить и показывать, но немножечко расскажу. Вот все полностью у нас закрыли, все стены USB. То, что нужно было поменять, вот мы поменяли. То, что было годное, пригодное, мы оставили. Вот уже постелили линолеум, и он приклеен. Дальше там у нас еще будет там плитка на пороге выкладываться, там, но еще ничего там не сделано. Вот, у нас будет небольшой шкафчик, потому что на самом деле даже негде хранить, ну, ни крупы поставить, ни карман, ничего. Здесь у нас будут стеллажи. Вот, и вот уже здесь начали панели клеить. Вот такие вот у нас панели будут. Я обязательно расскажу, кто нам помог, кто нам что купил. Я бесконечно благодарна всем этим людям за помощь. По честности сказать, устала. Вообще ничего я не успеваю. Ну, потому что все, конечно, на мне. Вот сейчас вот здесь, видите, 4 собаки, да, а там еще толпы кошек и, конечно же, собаки. У нас еще идет плюс ограждение. Ограждаю территорию кошек, потому что кошки уходят на чужие участки, копают там грядки. Поэтому сегодня часть дня ребята были заняты тем, что, ну, сетку накидывали. Грубо говоря, вольер мы строим для кошек. Ну, там вообще будет, конечно, отдельная песня. Поэтому вот сейчас пойду попробую чеки, постараюсь отщелкать, выложить вам. Чеки только на еду выложу. Постройки вот все потом. Расходы, конечно, огромные уже на данном этапе. У нас там в районе 55, наверное, тысяч уже получается. Вот. Ну, как-то будем стараться. Деваться-то некуда нам. Чтобы у них тут было чисто, комфортно, чтобы легко было убирать, конечно же, нужно было сделать то, что вот я затеяла. Во-первых, утеплили, конечно, то есть и потолки утеплили. Вот и пол такой надежно сделали. Скажи, мы молодцы. Молодцы. И все, кто с нами, все молодцы, всем спасибо. Ты чё, Лад? Ой, ты чё шарахаешься-то? Она у нас такая, от каждого шороха. Собака просто из такого нехорошего места приехала. Года 3 назад, и она такая вот. Любой шорох рукой вот так махни, вот махни, вот. И нам страшно. Иди сюда. Ну, иди сюда, иди. Ай, ты дурандота, моя дурандота, дурандота.